Март в Югре посвящен укреплению иммунитета. По мнению специалистов, отказ от прививок, нарушение сна, несбалансированное питание, неправильно подобранные физические нагрузки и отказ от здорового образа жизни – все это ведет к стрессу для организма и снижает функции иммунной системы. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего 10% людей могут похвастаться мощным иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит. Они болеют очень часто. У оставшихся 80% сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни.